Представляют так все. Mm-hmm. Только никто не может исполнять. Не хватает чего? Дисциплины, не хватает, неусидчивости в плане? Рынок сделает все для того, чтобы эмоции вышли на первый план. Эмоциональное решение будет проверять. Ну, все-таки так. Mm-hmm. Ну, да. Я же объяснял, вот сидишь и думаешь, сейчас пойду познакомлюсь с той девушкой, задам тот вопрос, она спросит мне это, я потом вот так все, потом ага. возьму телефончик, потом пойдем в кафе. Я знаю. Правильно? Приходит, потом подошел к девушке. То же самое в тренинге. Абсолютно то же самое. Оно может быть в разных формах. Что, думаешь, я не психую? Я психую. Но если я чувствую, вот я чувствую, что все, так, угадал, так, пошла прибыль, в этот момент берешь, выключаешь компьютер и уходишь. Uh-huh. Уже в этот момент ты уже не думаешь. Чтобы лишнего, да, просто выговорить? Нет, ты просто уже ты не думаешь. За тебя думают уже твои эмоции. Ты уже uh-huh. хочешь денег. А, то есть в том плане, как только, да, какая-то эмоция появляется, сразу просто сам себя дашь, что она появилась, все, все закончится. Надо валить, хорошо. Надо валить. Uh-huh. Не на сегодня, не на сегодня. До тех пор, пока... До тех пор, пока она не пропадет. А как понять, когда пропала? Когда ты понимаешь, что рынок, это можно заработать, можно потерять. На семинар ходить. Ну, месяц через там час-два или там через сколько вопросов? Павел, добрый день. Добрый. Как ты до сих пор отдохнувшим выглядишь после твоей поездки? Либо уже московские реалии тебя немножко понапрягли? Я вижу, адаптации такой проходит, конечно. Прохладно, жалко еще так вот, погода такая, нервы какие-то, кругом нервы, весна, люди нервничают, это чувствуется, и в трейдерской среде такие нервы прям. Кать, ты заметил, что тебя стали больше троллить, нападают очень часто, чем это связано? Ну, связано с моей деятельностью, а деятельность моя достаточно провокационная такая, я же последние 2-3 месяца начал усиленно ролики записывать, там, писать, что-то говорить. И, конечно же, первым делом я привлекаю внимание различных троллей. Да, а как быть? Никак по-другому. Понимаешь как, за столько много лет я вижу столько взлетов, столько падений различных людей, и троллей в том числе. И сейчас темы, вот эти сейчас вот разоблачения. Один гуру разоблачает другого, другой третьего, а потом оказывается, что все они трое, это один и тот же человек. И вот эта история, она длится из года в год. Просто те, которые попадают недавно в эту среду, в трейдерскую, она болезненная, она очень нервная, потому что это деньги. Это деньги, что может быть важнее, казалось бы, да? Но на самом деле... Поэтому... Я тоже нервничаю, потому что гурий, он должен доказывать счетом свое гурийство. А сейчас какие-то непонятные люди. Есть две вещи. Вот мой последний тезис. Есть две вещи. Вот, например, сегодня я ездил, заплатил 1000 рублей, получить консультацию, как раскрутить в Ютубе свой канал. Нормально? Нормально, да? Съездил, заплатил деньги. Мне никто не обещал стать успешным. Мне просто ответили на мои вопросы, потому что мне очень нравится. Я еще лет 10 назад понял, как хорошо, как сказал Уоррен Баффет. Когда у него спрашивают постоянно, какую книжку почитать, он говорит, книжка не... Она написана когда-то было давно, под старые данные, под старые условия. Невозможно там апдейт информации. И самое страшное, книжке нельзя задать вопрос. Если что-то ты недопонял, не тот контекст, как-то не то у тебя понимание, ты не можешь задать вопрос книжке. А чем хорошо различные консультанты, ты же тоже своего рода консультант, правильно? Тебе можно прийти и сказать, а вот это мне непонятно, а вот это. И тем самым образовываешься и ты, потому что тебе задают вопросы с таких углов, которые там некоторые твои участки мозга подключают, их развивают. Это важно для тебя. А для тех людей это важно, потому что они сразу получают обратную связь. Это одно. Но мне раздражает, не то, что меня раздражает, но я смотрю на это все так вот с иронией, вот эти... Последние события на смарт-лабе, мы с тобой все время как после скандалов каких-то встречаемся случайно, когда идут разоблачения различных гуру. На мой взгляд, гуру, абсолютно любой, который говорит, я научу вас зарабатывать деньги на фондовом рынке, должен подтверждать свой финансовый результат, то есть он должен подтверждать свою компетенцию. У меня есть совершенно четкие установки. Первое. Раз в 2 года этот гуру должен участвовать в конкурсах, в официальных, биржевых, не чьих-то там, даже не брокерских конкурсах, а биржевых. На нашей бирже каждый год проводятся конкурсы, на NYSE, на всех биржах, я знаю, проводятся конкурсы, мои друзья участвуют. Ну, подожди, возражу, который длится 3 месяца, ничего не показывает. Ничего не показывает? Они как ничего не показывают?
Ну, если ты стратегические какие-то подходы у тебя, что ты покажешь за 3 месяца, то если ты мелкий спекулянт, конечно. Ну, обучают-то кого? Обучают мелких спекулянтов. Погоди, 90% обучают мелких спекулянтов. Как с 500 долларов заработать до 10 тысяч долларов за год? Это кто, крупный спекулянт? И 3 месяца, вот, чтобы показать это. Ну, да. К сожалению, я сейчас сам участвую в конкурсе. У меня положительный результат и по фондовому рынку, и по... В каком конкурсе участвуешь? Ну, вот, который биржа организовывает, как он называется? New. На MOEX, ну, на МВБ организовывает. New, как называется? New Investor. А, у тебя уже какая доходность? Ну, там какая-то, там по акциям процентов 5%. По фьючерсам где-то тоже так же, да. Но проблема в том, что я не торговал неделю, я вообще уезжал. А во-вторых, еще я там, ну, я осваиваю, там этот опять Quick, там наделал кучу ошибок, там не совсем логично, не дружественная платформа, я бы сказал, вообще-то, мне не нравится. Поэтому я ее осваивал, поначалу там наделал ошибок. Но суть не в этом. Надо подтверждать в конкурсе. Неважно. Надо подтверждать. Знаешь, что бывает такое, что есть люди, которые вообще никогда в конкурсах не участвовали. Это проблема номер один. Они говорят, вот, нет, будь здоров, пойди хотя бы раз в 3 года поучаствуй, покажи хотя бы положительный финансовый результат. Хотя бы. Тебя никто не просит там 100 тысяч крат заработать. Я с тобой не согласен. Получается, что у нас все великие тренеры должны были быть хорошими футболистами великими, но это не так. Подожди. Это первое. А второе. Нужно хотя бы иногда, не надо заниматься аналитикой, нужно заниматься практикой. Вот я бросаю время от времени сигналы, и эти сигналы работают. Конкретный тикер, конкретный вход, конкретный стоп, конкретный выход. Все. Но это трудно сделать. Нет, не трудно. Причем ты говоришь тренер. Причем здесь тренер, не тренер. Гуру должен показывать свою компетенцию. Он должен зарабатывать деньги. Ты что-то не понял. Я хочу сказать, у Гуры может быть проблема с игровой дисциплиной. Поэтому он может замечательно тренировать, но... Я вижу зарабатывающих людей. Вот я когда... А у нас много среди гур зарабатывающих людей? На смарт-лабе я знаю 3. Называть не буду. 3 знаю, кто зарабатывает. Знаешь почему? Потому что я вижу, как люди рассуждают. Ну просто как люди рассуждают. Что они говорят? То есть я вижу, что человек говорит о том, о чем знает. И я... Ну, а когда начинаешь с человеком... Конечно, с таким человеком хочется познакомиться. Конечно, им хочется пообщаться поближе. И когда ты начинаешь с ним общаться поближе, ты понимаешь, ну все, вопросы у тебя все отпадают. Человек действительно в теме. А есть теоретики, да, есть, которые просто занимаются теорией. Поэтому да. Павел, я как-то более цинично настроен. Я считаю, что продается харизма. И человек может слить 10 счетов, и все равно пойдут к нему люди на обучение, в очередь будут стоять. Если человек, я понимаю, что здесь очень такой фактор есть, не все... Допустим, Тайсон, великий боксер своей эпохи, да, не смог бы, наверное, обучить ни одного великого боксера. Согласен со мной? Ну, потому что он не значит, что он передаст свой талант. Вот я говорю, есть 2 категории. Все люди, которые выигрывают, они 2 слов не могут связать. Хорошо, да, абсолютно верно. Люди, которые зарабатывают на бирже, они настолько системны, настолько они в своем мире живут, что свои знания им передать очень сложно. Еще раз тебя возвращаю. Тайсон, если бы сказал, я сделаю из вас чемпионов мира. Вот гуру, которые есть сейчас, даже те, которые зарабатывают, или те, которые не зарабатывают, они говорят именно это. Я научу вас зарабатывать деньги. Каждому гурию, хорошо сказал, каждому гурию заходишь на страницу, у меня написано, 10 тысяч человек зарабатывает после моих курсов, купить ему курс за 50 тысяч рублей. Ну что это такое? Есть другой момент. Есть много гуру, которые в 2008, в 2009, в 2010 году, в 2005 году показывали хорошие результаты в конкурсах. Но тот, кто давно в рынке, он знает, что рынок с тех пор очень сильно изменился. И все их методики, и все их подходы, они перестают работать через столько времени. Следующий момент. Есть людей очень много, которые взлетели в каком-то коротком промежутке, как это называется, мне кто-то сказал, одураченные случайностью. Даже есть те, которые зашли в LCI, заработали там 100% а потом начали обучать. А по факту получается, что ну, обучают, результата никакого нет. А почему? Потому что начинаешь разбираться, я про всех не говорю. Но первая десятка,
двое или трое случайно заработали. То есть они условно зашли во все плечи, рынок пошел в их сторону, шел там 2 месяца, они зафиксировались, получили там 500%, там 200%. Ну, и уже снимают сливки 10 лет. А потом они говорят, я победил LT. Ну и что, ну, тебе как это парит? Это обман. Тебе что? Это обман. Ну это обман. Это нечестно. Ну такая среда. Мы договорились о чем? Мы будем заниматься, это практически Путин сказал, надо заниматься развитием финансовой грамотности в России. Надо заниматься этим. Это не Путин сказал, это Зотова сказал. Зотова? Майя, привет. Смотри, заниматься этим надо? Надо. Для того, чтобы этим заниматься, нужно людям дать ориентиры. Простым людям. Мы тут давно уже старые, уже все, я начну старый, седой. И ты седой, а я лысый. Рынок нас поколбасил. Понимаешь? А люди, которые новички, сейчас хотят прийти и заработать денег, на кого они попадают? Они попадают на Гуриев. Бам-бам-бам. Заработаем денег, мы вас сделаем миллионеры. Потом люди вкладываются, платят за курсы, получают неверную установку. Нет, подожди момент. А ты не думаешь, что за этими гурями стоят фабрики-молотилки? Да, бизнес-молодость, например. Шпуруют постоянно. Эти вот, особенно когда я смотрю вот некоторых там Форекс, девчонки там, ну я вообще вот духаю. Я понимаю, что их можно просто менять вот так вот, дум, ротировать быстренько, раз, два там. Ну да. Ну почему тут гури? Это не гури виноваты, а то, что бизнес-молотилки там стоят. Есть, должен быть ориентир. Каждый, кто говорит, что я вас сделаю богатым человеком, я вас научу зарабатывать на рынке, должен доказывать, что он сам умеет зарабатывать на рынке. Минимум. Ну, мы с тобой договорились, когда это касается только спекулятивных подходов. Договорились? Да? Ну да. Ну вот, тут, а то что поспорит-то? Я и не спорю с тобой. Так никто этого не делает, ты посмотри. Почему никто не делает? Кто это делает? Татарин выиграл конкурс в 2015 году. И почему-то никто на это внимание не обращает. Да, это ерунда какая-то. Я не знаю, вот Татарин выиграл, потом появился пост Ивана Чурилова, разоблачающий Татарина. И вообще все, кто выигрывает, потом пост. Я особо не читаю, но вижу, что, в общем, смысл такой, что все жулики. Все жулики. Хорошо, все жулики. Давай разбираться, кто не жулик. Пошел на ЛЧ и выиграл. Не выиграл, хотя бы показал достойный результат. Хотя бы достойный. 5% в месяц и выше – это достойный результат. А ты как ты вообще определишь, выиграл он, не выиграл? У него 5 счетов, один направлен там вверх, другой вниз. Очень просто. Потом он говорит, это был мой счет. Не-не-не-не. И конкретно ник перед конкурсом сказал, ребята, я собираюсь участвовать. Вот, у меня же есть... Пабло Эскобар, у меня сейчас конкурс идет, я о нем сказал заранее. Пабло Эскобар, смотрите, что с ним будет. Все, мой один счет, других у меня просто нет. И там должно быть точно так же. Я не в разные стороны зашел. На самом деле, я просто брал интервью, и все очень хитрожопые говорят, мы участвуем в ЛЧ, но потом тебе скажем. Нет, вот эта хитрожопость как раз и лукавство. Нужно перед тем, как приступить к конкурсу, конкретный ник, твое имя, сказать, вот это мое официальное, мой счет. Я вам покажу, как я умею торговать. Все. Ну, вы согласны? Все. Как ты вообще относишься к идее Майи Зотовой? Надо заниматься, я согласен. Полностью поддерживаю, я будешь, об этом и сказал. Ты будешь с ним в группе? Ну, я хочу. У меня желание есть. Я не знаю, что будет. Я же трейдер, я не знаю, что будет. Я знаю, где будет стоп. Смотри, ну конечно, надо заниматься. Надо заниматься. А как? Вот это мое предложение. Надо заниматься. Надо людям, которые ничего не знают, им нужно отличить хорошее от плохого. Я не говорю, что тут я Робин Гуд, но по крайней мере, я раньше этого не понимал. Знаешь, что самое интересное? Чем больше я на рынке, тем больше я вижу гуриев. Их больше. Лжегуриев. Всего. Не будем сортироваться, да? Всего. Но процент людей, которые зарабатывают, не меняется. Он настолько низок. Меньше 99%. Меньше гораздо. Гораздо меньше. Более того, мы с тобой про эту тему уже говорили, что люди, которые начинают зарабатывать, они вообще не пишут нигде. Ничего им не нужно. Их просто вот этой грязью заливают. И их очень-очень важные и полезные мысли просто тонут в пучине вот этой вот всего этого... мусора, я бы сказал. А какой им смысл светить лицо? Вот никакого. Смотри, у меня есть три ролика с трейдером, который захотел остаться неизвестным, условно говоря. Да.
Значит, он, парень начинал с 6 тысяч долларов, сейчас долларовый миллионер. Так. Но его так обсирают, что у меня желание больше роликов записывать. Я тебе говорю почему. Потому что у людей нет ориентиров. Понимаешь, если ты успешен, да, в спорте, ты, у тебя есть медаль. Если ты успешен финансово, у тебя есть там деньги. Понимаешь? Да? Вот в этом должно быть и дело. Здесь должен трейдер должен доказывать свое умение зарабатывать на рынке. Если он берется за обучение, кто не берется за обучение, зачем ему кому что-то доказывать? Он живет в свое удовольствие. У меня есть доход, не от рынка даже. Но мне, ну, мне стало интересно. Мне стало интересно, я так же, как и ты. Мы говорили, что у тебя налаженный бизнес, поэтому много времени. Да. Мы это об этом говорим. Да. Но вот я хочу общаться с такими людьми, да. Конечно. Сейчас такая ситуация, нужно как-то деньги раскладывать по всем местам, куда угодно. А зачем тебе мочить Лжегурьев? Я не хочу никого мочить. И выводить на чистую воду? Не хочу, нихуя. Зачем? 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 А зачем надо выводить? Никого не надо выводить. Я не хочу не сидеть кляузы про кого-то там писать, сидеть что-то раскапывать. Если ты говоришь, что ты специалист, докажи. Первое, конкурс. Второе, кидай сигналы, хотя бы иногда, возьми месяц в году и покажи, я торгую, чтобы люди тебе поверили. Пусть они там деньги, ну просто ты, раз уж ты... Так вот сейчас кому, так сказать, это говоришь, вот сейчас, в данный момент, вот конкретно кому? Прикол. Говори, ты же мне сказал, что пост про меня на смарт-лабе написали. Да. Я никогда не торговал фьючерсами. В жизни. Никогда. Я их не люблю, потому что я их не понимаю. Но мы там говорили, кстати, об этом. Да, не люблю. И валюты, да. Мне не получается. Я попробовал, там совершенно другая механика. Суть в другом. Но я увидел конкретный сигнал по бренду, а в конкурсе дается, ну понял, фьючерс на бренд. Угу. И я говорю, ребята, вот у меня что-то я набрал здесь, какие-то циферки. Я знаю, что надо покупать, а стоп должен быть здесь. То есть я это вижу на чарте. А как это сманипулировать, я не знаю. Я просто взял потом на все. На все зашел со всеми плечами там. А пишут мне, не надо, надо продавать, сейчас там что-то как-то случится, там какие-то переговоры, знаешь, что по запасам были переговоры. Я говорю, к черту запасы, я смотрю только чарт, все. А потом мне понравилось, говорит, ну как ты говорит, столько лет на рынке, а не знаешь там, как рассчитывается лотность в этом самом. Ну не знаю, что, в итоге я заработал, насколько он на три пункта поделась нефть там, а все они в стопы им повыбивало. Поэтому они злятся, поэтому и гадости про меня пишут. Да. Я не знаю про опционы, ни слова, не знаю про там, вообще ничего не знаю. Я занимаюсь только теханализом. Только, вообще, я даже вот где не лезу. Зачем мне это нужно? Это все минут. Знаешь как? Сказал один человек, ныне покойный трейдер, если, может, просто почему-то он не распиарил, на мой взгляд, незаслуженно, звали его Атаман. Я знаю. Вот кого нужно было послушать, почитать его посты, вот я желаю слушателям почитать его посты, он сказал вещь, которую, он мне сказал лично об этом еще, я с ним успел немножко пообщаться, ну так, немножко в форме консультации, да, но он говорил, что трейдер не должен думать. У него есть какие-то наработки, вот он умеет, у него есть какой-то навык, он как хирург, он взял, шоп, сделал операцию, ушел. Там он предполагать уже не должен, у него должна быть технология. Когда начинает человек думать, рынок сделает все, чтобы это сделал. Но в лучшем случае просто подсказывание увеличится между сигналом и исполнением, когда ты думаешь, в лучшем случае. Да, в лучшем случае. А в худшем случае на тебя повлияет огромный информационный фон. Информационный фон огромный. На самом деле огромно. Я пытаюсь вообще отключиться от всего. Знаешь, что была такая ситуация? Был МТС, у меня была позиция по МТС, у меня была позиция по ГМК Норильский никель. И все писали там, надо продавать, надо то, надо все, там уровень. А у меня позиции в лонгах уже все. Я уехал на отдых на Средиземное море и просто ничего не делал. А что, у меня стоп стоит. Я приезжаю, у меня позиции в хороших плюсах. Если бы я, наверное, слушал, я бы, наверное, вышел уже давно. Поэтому, да. Вот насколько полезны те курсы, которые сейчас в компаниях инвестиционных ведут? Ты смотрел вообще эти вебинары? Ну так, иногда подсматриваю, для того, чтобы ориентироваться. Мы тут выборку сделали, чему они посвящены. Ну, первый пункт – основа торговли на бирже. Второй пункт – психология. Третий – специфика работы на российском рынке. Терминалы торговые, также отдельно прогнозы, особенно по доллару-рублю, и стратегии, привязанные к дивидендным доходностям
либо к праздникам, там, адские фигуры теханализа, новогодние стратегии. Что самое полезное? Ну, сложный вопрос. В любом случае, здесь так разобраться, оно все как бы нужное. Все нужное. Самое главное, нужно дать представление человеку, на мой взгляд, о том, что рынок – это рынок. Есть истории взлетов, есть истории падений. Все в рынке, как и в жизни. Очень много влияет случайность. Нет понятия там судьбы никакой. Есть случайность. И этими случайностями можно как-то оперировать, на это можно зарабатывать. Как только твои прибыли там как-то растут, их надо фиксировать, но не делать так, чтобы твои там убытки решали судьбу твоего депо. Ни в коем случае. За ошибки нужно заплатить, за каждую. Но чем меньше ты заплатишь за эту ошибку, тем больше у тебя попыток сделать ставку и потом заработать. Это лично мой подход. И, на мой взгляд, он успешный. А еще трейдер должен считать. Очень хорошо должен считать. То есть у трейдера должно быть два состояния. Вот этого никто не дает. У трейдера есть два состояния. Первое, он готовит свою торговую систему. Он ее готовит, тестирует, анализирует. У него есть какие-то параметры. А потом он их использует. То есть он свою торговую систему использует. Вот это две совершенно разные работы трейдера. Но почему-то все их сращивают, считая, что это вот одно. И самое главное, чему учат, кстати, на этих курсах, на мой взгляд, неправильно, что нужно научиться прочувствовать рынок, его понять. Нужно с помощью долгой-долгой работы получить какой-то практический опыт. На мой взгляд, это невозможно. Я знаю людей, которые ездят на машине 20 лет и каждый год попадают в аварию. А есть другие, которые ездят столько же 20 лет, но не попадают в аварию. Потом здесь все о чем говорит, о личных качествах человека. На мой взгляд, нужно информацию подавать с точки зрения личного восприятия человека. Потому что тебе может нравиться одно, а мне другое. И одно и то же предложение каждый может воспринять по-разному. Поэтому самое эффективное обучение – это когда прям индивидуально идет. Опять скептически настроен по многим вопросам. Вот смотри, очень много компаний, банков инвестиционных, гуриев на всех не хватает. Остается вакуум. И этот вакуум будет заполнять всякая дрянь. Потому что реально отдельных людей... Нет, этого не хватает, Андрей, нет, этого хватает. На самом деле огромное количество инвесторов, я тебе скажу другое, огромное количество инвесторов, которые готовы вложить в трейдеров. Вот трейдеров на инвесторов не хватает. А про гуриев, ты же сам знаешь это. Огромное количество инвестиций, которые хотят получить более высокие доходности. Но трейдеров столько нет. Это факт. Это факт. Готовы платить и 50% вознаграждения, да, и 70% должны... То есть вознаграждение заработаешь, 70% заберешь себе прибыль. Ты только нам дай деньги сохранить как минимум. Инфляция жуткая, смотри какая. Да, но этого нет. А, конечно, ну а люди должны начать... Вот я в мае об этом и говорю, что нужно заниматься тем, что люди начали ориентироваться. Потому что сейчас забиваешь в интернете обучение трейдинг, ой-ой-ой-ой, там вообще такое вываливается. Так вот это такое, оно как раз берет рекламой, красивыми обещаниями, красивыми словами и так далее. Потом люди разочаровываются. Да ладно, если они просто разочаровываются, они деньги теряют. Реальные, живые деньги. Они потом по этим методикам торгуют и теряют деньги. Эти подходы не работают часто и не работали уже лет 10. Да. Но это никого не волнует. Вот что волнует. Почему теханализ? Потому что проводятся семинары 45 минут. Рассказывают какие-то простые вещи или час, а дальше добро пожаловать к столику. Да. Давайте открывать счет. Так вот, какие-то простые вещи, там, типа пробойной системы, можно вложить 45 минут. Какие-то сложные стратегии, они будут торгаться в любом случае. Слишком сложно. А так сказать, фондовый рынок это очень просто. Раз, два, давайте счет откроем. У меня знакомая, жена моего приятеля, ну, она сидит дома, нечего заняться, она решила заняться парикмахерством, чтобы стричь своих детей и его. Ну, просто это захотелось, она домохозяйка. Муж занимается бизнесом, все хорошо. Она 2 месяца ходила, занималась. У нее были практические занятия, она сдавала экзамены, она получила специальную какую-то там корочку. Понимаешь? И потом она начала потихонечку тренироваться там в специальных местах. Знаешь, есть социальные учреждения, где бесплатно стригут. Там нарабатывать навык, после этого потом ее взяли там куда-то на работу, она на работу не хотела, она все-таки стрижет своих детей и мужа, чего она хотела, собственно, да? Парикмахер, а трейдер
5 часов лекций, видео записанных послушал и стал зарабатывать бабки. Но просто вот эту вещь просто вот представить себе, да, и уже становится понятно вообще, ну где обман. Потому что трейдинг — это то же самое, нужно человека научить, подсказать, что делать, он это освоит, а потом его контролировать и направлять. Это такая комплексная работа. Ну, представляешь, вот какой-то семинар, да, ты у тебя семинар на Московской бирже. Да. Значит, и ты, значит, говоришь: дорогие друзья, 99% проигрывает. Больше. Ну, ты сразу начинаешь так. 99% проигрывают. Да, трейдинг это очень сложно. И так их и сразу люди разворачиваются. Нет. И нет. До открытых счетов дело не дойдет. Трейдинг — это бизнес, в котором твой заработок ограничиваешь только ты. Я бы с этого начал. Понимаешь, что в Москве куда-то не устройся. В обычном случае, 120 тысяч сейчас — это потолок. Я в обычном, средний по больнице, да? Ты хоть обработайся, хоть 7 пядей во лбу, если тебя не перекупят, да, ты больше не сможешь зарабатывать. А нужно заработать квартиру, хорошую машину, детям еще что-то отдать. И более того, всегда появятся те, кто будет под тебя копать, кто тебе будет скидывать. Но обычная практика. А в трейдинге, если ты успешен, тебе никто не сможет. А ты сам сейчас только сам сказал, что количество успешных трейдеров не увеличилось, потому что количество гуру, как раз, чем больше гуру, тем меньше успешных трейдеров. Конечно. Потому что методика неверная. Но сам подумай, если человек, я недавно об этом говорил, если человек за 2-3 года не может научиться торговать, первое, либо он не годится для трейдинга. Это нормально. Не все могут стать хирургами, или не все хотят стать пожарными, или поэтами, или писателями. Почему-то считается, что это нормально. То есть кто-то годится для этого, а кто-то не годится. А в трейдинг почему-то годятся все. Неправда. Годится, я думаю, если так в среднем считать, да, из мужчин, половина. Кстати, у женщин больше шансов. Половина. Половина годятся. Но эту половину, кто остается, их еще нужно научить правильно. Вот. Ты научишь? Посмотрим. Пока получается. Должно быть правильное представление. Понимаешь? Правильное представление. Если у тебя неправильное представление о профессии, как ты можешь научиться? У тебя изначально неправильное представление. Ты отслеживаешь успехи учеников своих? Конечно. Я же отслеживаю. Я с ними на связи. Постоянно. Задачи просто разные. Ко мне не приходят новички. Новичков забирают гурии сразу. Сразу берут с них по 300 баксов, продают им видеокурсы, и те залипают на пару лет. Все. И знаешь, что самое страшное? Они нарабатывают неправильный навык. То есть они делают какое-то неправильное действие, они это неправильное действие доводят до автоматизма. До автоматизма. Знаешь как? Самый хороший вопрос. На днях пригласили в чат трейдеров. Я общаюсь вообще везде, где только можно. Я общительный человек, у меня есть на это время. Захожу, а там обсуждают доллар, нефть, как обычно, сишка, ришка, куда пошла. И говорят: вот надо покупать. Я пишу: почему? Они говорят: потому что там какой-то уровень, скорее всего, пойдет. Я говорю: почему он туда пойдет? Они говорят: как почему? Потому что вот там. То есть они пытаются объяснить. Я говорю: хорошо, твой прогноз на сколько часто сбывается? В большинстве случаев. Я говорю: ты зарабатывающий трейдер, сколько у тебя за апрель получилось? Он говорит: я по нулям. Я говорю: подожди. Если ты прав в большинстве случаев, то почему ты не в прибыли тогда? То есть вот так надо ставить вопрос. Ты в прибыли, значит, ты прав. А если ты не в прибыли, как ты можешь говорить, что чаще всего ты прав? Поэтому я думаю, что правильно, когда, знаешь, в чем суть моего подхода? Я человеку задаю вопросы, я знаю, какой ответ верный. И я буду делать так, чтобы человек сам понял, какой вопрос верный. То есть я выведу его. Не объясняя ему, не внедряя, да, а просто вывести на этот ответ. Это психологическая работа, на самом деле. Конечно. То у тебя преимущество конкурентное, на самом деле, ты психолог. С этого все и началось-то. Просто хочется помочь. Я когда просто смотрю, когда люди реально, видно, хорошие люди, хотят заработать, а многие же семейные, многие там, делают высокую ставку, действительно хотят заработать, да, но они не владеют информацией. Очень странная ситуация. Считается, что 90% успеха в тренинге – это психология, дисциплина. Конкретно дисциплина. Кто занимается дисциплиной? Я говорю, то есть получается, что 90% образовательного процесса должна быть дисциплина.
в вашем подходе сколько процентов занимает дисциплина? 5%? То есть 33 строчки, делай это, делай это, делай это, постарайтесь, то есть лозунги. Это знаешь, на что это похоже, лозунги? Это вот мир за мир во всем мире, за демократию, там, в Африке пусть хорошо будет слонам, и тогда будет все хорошо. А по сути, а как это сделать? Как сделать так, чтобы трейдер мог не торопиться, взвешенно относиться к своим прибылям, как правильно рассчитывать свои системы, как понять, эта система подходит или не подходит, таймфрейм подходит, не подходит. То есть как это сделать, чтобы вот эти лозунги, о которых пишут, кстати, во всех книгах, в книгах пишут про лозунги на самом деле, как это, ну, что это работа, да. Знаешь, я смотрю фильмы, я смотрю очень много фильмов, сериалов. Я не нашел ни один, наверное, фильм, где правильно показана работа психолога. Я не нашел. То есть там такие ляпы. Понятно, что режиссеры снимают, актеры играют. Они приглашают консультанта. То есть как в роли актер должен быть в роли психолога, да? Ну это ужас какой-то прям. То же самое в книжках. То же самое в книжках, я думаю. А трейдеры, которые успешны, которых я знаю, пусть они останутся в тени. Трое. Да, пусть они останутся. Нет, это на смарт-лабе трое. На смарт-лабе трое. Они, у них просто совпало так, что они это знают, но не осознают. То есть они делают все правильно, неосознанно. Понимаешь, да? Поэтому есть результат. Поэтому есть результат. Поэтому, например, когда татарину говорят, ну как на рынке вы зарабатываете? Он говорит, а там ничего сложного нет. И все такие, да ты что он какую-то ерунду говорит, ну что какую-то ерунду. На самом деле, если как бы, ну, разобраться. А то... татарин-то зарабатывает. А он чей тебе не показатель? Нет. Не показатель? Нет, ну сейчас только разоблачение, дальше. Не, подожди, это же биржевая информация, у человека был счет. Вот такая там эквити, космическая просто. Она же случилась. Более того, там была не одна сделка, там была серия сделок. Для меня очень важно вот показатель LCI. Очень важно. Очень важно. Для меня вообще не важно, потому что я знаю, вы, наверное, не надо это говорить. Я слишком много знаю. Я знаю в категории роботов, как люди выигрывали, какими способами. Ну, я говорю про то, что я знаю, какое у меня к этому отношение. На самом деле, многие обольщаются, что зарабатывающих на рынке 3%, 5%, это неверно, гораздо меньше. Меньше 1%. Меньше там десятой части процента. На самом деле. Вот это мое ощущение субъективное. Пусть оно будет неверно. По очень простой причине. У людей неправильное представление о зарабатывании на рынке. И они занимаются освоением программ, информации о рынках, о торговых терминалах, о стратегиях. Кучу времени тратят на фундаментальный анализ. Но они совершенно не занимаются дисциплиной. А как заниматься дисциплиной, этой информации нет. В принципе, она не видна. Я, по крайней мере, в трейдерской среде этой информации не нашел, как прокачивать в себе дисциплину. То есть этого нет. А если этого нет, то не будет результата тогда. Понимаешь, в чем дело? Понимаю. Вот и все. Вот и весь вопрос, почему у нас так мало зарабатывающих трейдеров. Не только у нас. В Америке такая же ситуация. Абсолютно такая же ситуация. Просто у нас сейчас нет столько накопления, сколько есть у рядового американца. Ну, не сейчас похуже у американцев, да? Но 10 лет назад. Почему домохозяйки вкладывались в акции? Ну, были излишки денег, надо было куда-то вкладывать. Все рынки летели вверх. Хорошо? Хорошо. У нас денег сейчас таких нет. К сожалению, я сейчас смотрю даже по своим каким-то индикаторам. Я слушаю своих аналитиков, смотрю свои индикаторы. Для того, чтобы понять, а что будет через полгода, через год. А у нас, к сожалению, знаешь, как получается, у нас вышли там информация по запасам нефти. И ребята, которые торгуют в интрадее, используют информацию. Хотя цена уже учла эту информацию. И эта информация – это составляющая из цикла индикаторов. То есть это индикатор долгосрочный. Я еще в декабре, я в декабре могу доказать, я тебе могу прислать видео, можешь себе залить. В декабре я говорил о том, что доллар будет падать до 60, а нефть вырастет до 50. Мне говорили, нет, ты что? Что ты скажешь сейчас свеженькое, что будет дальше с долларом? Я на долларе заработал. Нам нужно было очень много долларов, ну реально много. Был курс по 68, я делал пост о том, что доллар, ну ты сам видел как, доллар упал с 75 и шел в такой консолидации. Я был уверен, что если пойдет выше этой консолидации, значит пойдет наверх, если пойдет ниже, значит немножко пойдет вниз. Поэтому, когда вышло вниз из этой консолидации, мы продали.
Она потом вернулась, еще взяли внутри консолидации. То есть мы продали по 67, а по 65 с небольшим закрыли. Ты не пугаешь. Мои аналитики, мы продали вообще. Кто ты такой? Мои аналитики. Нет, но есть люди, кого я слушаю. Знаешь, в чем еще хитрость? Многие относятся к фундаментальному анализу неверно, к прогнозам аналитиков. Знаешь почему? Потому что они воспринимают буквально то, что говорят аналитики. К сожалению, это неверно. Нужно понимать, что говорят аналитики, лучше как можно больше, разные. И понимать саму цепочку фактологическую. Но, к сожалению, аналитики вносят свою лепту. То есть они вносят свое отношение. Конкретный пример. Пропутинские аналитики, ну, патриотического, консервативного склада, они могут привести одни цифры и дать один фон. А те, которые, ну, либертарианского склада, да, такие более прозападные, ну, противопутинские, да, противооппозиционные, они могут дать те же самые цифры, но совершенно под другим соусом. Кого слушать? Ответ: ни тех, ни других. Надо смотреть цифры. И эти цифры уже представлять уже для этого. Не нужно всю работу делать самому. Аналитики им платят деньги за то, что они занимаются анализом. Они занимаются финансовым анализом и экономическим анализом. Они дают данные. Вот надо слушать данные, а не то, как они относятся к этим данным. В этом успех. Это называется фундаментальный анализ. А не то, что там один, у тебя на канале я смотрю всех. Один говорит одно, другой говорит другое, одно, другое. Не то, что они, как они относятся к этим данным, а слушают сами данные. У меня образования нет такого, чтобы самому заниматься математическим анализом и финансовым анализом. Но любое высшее образование дает один очень хороший навык. Ты можешь знать, где поискать информацию и как ее использовать. Вот и все. У тебя последний вопрос. Ты сейчас очень активен последние два месяца. Да. У тебя, наверное, много встреч. Да. Сейчас вот расскажи, какими людьми ты познакомился наиболее интересными в связи с этим. Я знаю, что есть очень много людей, я бы имена не называл, но есть очень много людей, которые заинтересованы в молодых дарованиях. У людей есть деньги, у людей есть подход, они хотят найти тех, кто сбережет и заработает их деньги. Но, к сожалению, они говорят, что это проблема. Ты что думаешь, не сидят люди с деньгами на смарт-лабе и не выискивают каких-то талантливых ребят? Они ищут. Но они просто взрослые люди, которые пожили, у которых есть семьи, которые заработали деньги, у них есть бизнес, да? Но они видят, что... Я думаю, что они не сидят в смарт-лабе, Ну, я знаю таких, которые смотрят посты, они ничего не пишут, но они просто смотрят. Что, они идиоты, что ли? В инвест-компаниях все счета просматриваются. Значит, это значительно лучше, чем сидеть в смарт-лабе. Не знаю. Вот я за что купил, за то и продаю. Не знаю. На мой взгляд, все равно у нас проблема в том, что люди не знают, куда деть деньги. На финансовый рынок, знаешь, как получается? Люди понесут в какой-нибудь МММ, чем на финансовый рынок. Казалось бы, да? Это абсурд, но это по факту, мне кажется, именно так. Вот даже, мне кажется, в начале 2000-х было проще, да, когда в пифы все несли. И я тоже пифы нес в свое время. И было как-то попроще, да? Ну а сейчас как-то это, не знаю. Не могу тебе ничего сказать. Ну, спасибо тебе. На здоровье. Гроза, можно назвать тебя Гроза Гурьев? Да не надо меня называть никак. Я считаю, что люди должны научиться ориентироваться, как отделять зерна от плевел. Я себя Гурьев не называю. Но если кто-то называет себя Гурьев, если кто-то говорит, я вас научу, я что пообещал? Если я не научу, верну до копейки.